Лев Сергеевич, закончился матч. Какие комментарии, какие впечатления остались от игры? Очень много играли в атаке. Больше 40 раз бросили. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Что, наверное, сегодня не получилось. Наверное, только вот игра в большинстве. Без зуба сыграли. Не как договаривались, как было на тренировках. И практически ничего не создали в большинстве. Наверное, вот это расстроило. Ну, а так играли, в общем-то, ребята неплохо. Единственное, ну, не смогли реализовать свои шансы. Были выходы 2 в 1, 3-2. Много в позиционной атаке времени провели. И... Можно ли говорить, что переломный момент наступил, когда появился такой хороший шанс у русских витязей в конце, большинство, и можно было забивать одну шайбу и выигрывать игру, но не забили и в итоге пропустили? Ну, конечно, когда вот такая игра идет, долго нет забитых голов, всегда решает один гол. К сожалению, не мы его забили. Конечно же, игра в неравных составах, она была и есть, и будет всегда таким важным очень компонентом в хоккее. У нас были сегодня моменты в большинстве, и нужно было забивать, чтобы появилась дополнительная уверенность. Когда долго не забиваешь, конечно, мандраж начинается, и спешка ненужная. Что сказали ребятам в раздевалке и как будете мотивировать их на завтрашнюю игру? Еще не заходил. Сейчас пойду.